Всем доброе утро. Ой, мы уже все проснулись, потянулись, улыбнулись. Короче, ночь прошла тихо, спокойно. Погодка сегодня вообще замечательная. Солнышко вышло. Ну, немножко прохладно. Я, правда, в футболке и в курточке. Ну, нормально. Ой. Сколько можно ждать? Кого? Собаку не забыли там дома? Не знаю. Рома! Вика, Оскар где? Да из дома бегает где-то. Вика что-то забыла. В доме не было. Этот. Сейчас хотим. Короче, мы уже и позавтракали, и кофейку попили. Оскар. Ромка сидит на уроках. Рома. Вот, Оскар, что вы кричите? Чистите? Да. Ага. Этот. И хотим сейчас пойти. Поехать, короче, Кайрона поставить в гараж. И забрать шарики те, что вчера мы надували на праздник. Ой, надували. Короче. Ох и долго. Хотим забрать. Вот. Лоханулся троки. Украсить Викину спальню, чтобы она любовалась ими. Да? Пока они, короче, не сдуются. Я знаю, какие отлочить те, какие от Кайрона. Так что. Сейчас кто-то знает. Будем. Я вообще-то тоже ехать. Знаю. Да, так что мы Оскара куда пока? Ну туда. А ну глянь, что там? Может, до Ромы его. Ой, он там грязный будет. Ну тут можно корректировать. Подержите его пока это, я выйду. Иди сюда. Оскар, смотри. Праздник, конечно, иди вчера сюда. Хороший иди был, иди удался. Иди. Спасибо. Смотри. Всем, его, всем. Все. Смотри. Иди. Давай, пошли. Иди сюда. Спасибо всем за поздравления. Так, я обещала заходи. Передать привет моему подписчику Сергею. Передаю привет. Помаши привет. Вот. Печку я в кухне уже протопила, чтобы было тепленько там. В хате мы, может, будем вечером топить, потому что Ромчику уже прохладно. Ну да, это ж в трусах нельзя сидеть дома. Конечно. Жить в доме и чё? Мы вот что, это? На море? Ля. А, это вообще вороны. Ну да. Ещё. Ой, короче, капец. Колёса грязнющие. Это у нас улица такая. Чистейшая просто. У нас же тут рыли, тут копали. Кто не в курсе, кто только подписался на нас. У нас тут ложили трубы. Прошел дождик и трындец. Дорога, короче, ее нету, можно сказать. Одна грязюка. Класс. Тепленько так на солнышке, хорошо. Сейчас я не представляю, как мы будем с шариками идти. Ага, это сейчас тут надо будет пройти возле Рекса. Да-да, мы же вокруг обойдем, Саш. Ой, уши. Ой! Привет! Ну да. Рексишка. Рексишка. Так, сейчас пойдем обойдем лучше. Так, ну вот всю красоту мы сняли. А сейчас будем нести по улице. Красивые. С шариками. Сейчас Виктория свои цифры забирает. Ты как будешь нести? 81? Ты так неси, с учетом вдруг шарик отпадет какой-то. Будешь подбирать. Все, пошли. Так, стоим, ждем Викторию. Гляньте. Скажи, какая 15, стоим, ждем какая длина? У меня уже рука затекла.
Так слышь, какие длинные. Кажется, вроде висели не так длинные были. И Виктория он. Не так длинная. Не так длинная, с цифрами идет он. Как на аппарату то идем. Это у тебя сейчас в комнате будет фонище. А, кстати, да. Шарики немножко воняют. И Саша говорит, сейчас вонище будет. Тихо, тихо, тихо. Ай, мешаешь. Тихо, тихо. Ага, сейчас как вар пишу. Да он скажи, я и не думал. Ты, мамуль, ворота закроешь, че я потом закрою. Все, 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 все. Все, пошли. Да, 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 да. Я прозвоню или приду. Вечером будем ужинать. На воротах. На ворота, вот, точно. Слышишь, на ворота повесить. Толя, ты следишь, если же мы что-то потеряем. Вдруг какой-то вонючий шарик потеряется. Я думаю, они должны потерять. Это надухарит сегодня комнату. Да. Да, да. Я вообще все мои нормальные бесплатные. Так, ну все. Паш, так, принесли. Дотащили, короче. Ну, мне все, нравится. Мне тоже так нравится. Все. Спать будешь и тут под кроватью. А где шарик тут сдутый? Цветы тут. А где та фигня, в которую ты все несла? На гладильной доске. А зачем? А там невидимки сейчас вот так вставим и на них повесим и все. Дочь, снимай этот. Кого? Ну, фотку и картину. Надо шарики, наверное, снять. Нет, эти хай шарики висят. Ну, зачем? Это ж выше оно будет, да. Фотку, картину, да. Макс, посмотри. А что, гвоздик не надо вытащить пока со стены? А он вытащится, а так, вытащится. Какой? И картину, ну, сними тогда вот эту. Вытащу. Она ж бы не было, а то я ее брошу, и стекло разобьется. Оскар, ты в шоке? Так, у Доти тут... И вот уже стоят шарики. Я тебе один шарик дам когда-то, честно. Да, когда-то, ну, только. Когда-то. Цветы тут, она вот спала с ними вместе, в обнимку. Ну да, почти. Так, где мое все, что мне нужно? А что ты хочешь? Ну эти же взять. Невидимки? Не невидимки, а... А что? Пикачки эти пока не... А ну, включи свет. О! О! Божечки! О! Ну куда ну, ты? Я сейчас туда залезу, скотина! Уйди оттуда! Он лег! Все, он скрылся! Мне кажется, ему пофиг. Чуть-чуть. О, как шарики сразу блестят. Красиво. А корона? Ее не видно мне. Слез, чего ты так психуешь? Все, вы нитки порезали, да? Ну, и те, что там было. Да, Вика порвала. Да, вот он, Мурчик, новые, пришел, да? Глянь. Иди до Оскара, он. Гуляйся туда. Тоже наказан. Иди туда. Ну, там возьми нитки. Ну, тут, наверное. Возьми вот. Нитки, а вот эти невидимки. Да, невидимки сейчас мы будем смотреть здесь. Сейчас Вика будет провязывать. Вот там где-то, да? Как мы вешаем? Там вот где-то этот это что у нас? Вот это у нас нижняя, да, часть была? Да. ЧПК. Вот да. Верх был, да? Угу. И нам надо от него ж как-то шук, да, чтобы оно ж... 18-ки ж все сюда смотрели. Так же? Наверное. Ну вот нитки одни были, вот они, да? Нужно... Давай тут край Вики. Это мы же его наоборот так, да? Вот так, опа. Жик. Ну, хотя бы так. Может, вот так пускай хай висят, вот так вот. Ну, можем... То начало было, можно за это повесить. Да, ну я тебе потопчу сейчас по кровати. Примерно только вот там, как... Чтоб оно висело, чтоб можно было дверь открыть, если что. Вот так? Да, этот... Ты не уверена сказала только что.
Тогда как-то. Сейчас я туда ложу и накормлюсь. А может, и так чуть дальше сюда? И что? Какой стороной вообще, я не понимаю. Да какая разница, с какой стороной? Я не знаю, я бы, наверное... Ну ладно, привязываю там. Корона блестит. Красота какая. Господи! Подожди, ты еще шарики не привязывала. Лучше бы ты на шариках бы привязала бы. Ага, а потом бы уже... Ну, духаться. Шарики потом можно будет крутить. Так? Примерно так. В смысле так? По высоте? Дуть под самый потолок. Так будет, да? Конечно. Так а что у вас складка получается? Как провис. Вот это? Да. А то надо будет подвяжем. Ну вот так, так да, давай. Завяз. Тут шарик уже вылазит. Господи, уже стоит еле-еле там. Там неудобно вязать, пипец. Я просто еле достаю. Вот так вот я положу, а Вику буду держать. Нет, Оскар, нет. Нельзя. Стоит уже, хвостом виляет. Нельзя. Да как? Ну как-то вот завязываю. Хотя бы. То есть у тебя там лента, да? То ж низ был или же вверх? Это вверх. Вверх. Все? Да. Так, теперь. Вот это сюда. Жалко. И все, да? Все. Угу. Вот так. Вот ну а вот то, что куда вот то? Провис? Остальное. Вот это, да. Тогда два раза она привязывала. Вот тут Девика держит сейчас нитку привязывать, и вот там за невидимку ее цеплять. Больше отматывай. Ага. Завязываю тут за ленту. Скулить. А я стою. Я оператор. Снимаю. Не надо, то есть там ты что? Цифры. Делаем красиво у Вики в спальне. Оскар, ты пришел, да? Тебе разрешили. Так, ну так вот пока повесили. Что он вообще, ну этот, шарики провисли почему-то. Это не все будет обалденно. А ну... Выше, наверное, да? Че пойдет? Восьмерку выше надо. Или единичку ниже. Не, восьмерку. Там мне легче восьмерку поднять. Единичка. Плохо цепляется. Примерно пойдет, да? Ну, у нее спрошу, что ты на меня смотришь. Что такое? Так, что такое? Туда портрет, да? Не, портрет туда прилеплю. Туда? Ну да. Видите туда его? Да. Ну так папа прибьет сейчас. Туда, конечно. А хотя тут тоже. Запей он этим, этот как раз есть плавскогубцы. Будь здоров. Вот сюда? Да то высоко, может, не? Да нормально. Ну да, вот так нормально. Аккуратно. Простите, пожалуйста. А что ты чуть под цветам не потоптался?
Так просто висела на этом? Да. Ты на вот эту не вешаешь? Нет. Пипец. Я просто прифигачила как могла. Вот и так что ли? Отлично. Да, нормально. Любимая, давай. Картину. Пальтретчик, картину. Пальтрет. Туда можно его как-то впихнуть? Вообще надо тут уборку аккуратно провести, вот это выкинуть. Ты такое слово говоришь волшебное в своей вот, комнате. Вот не надо. Вот это что за коробка? Это там носки все и все остальное. То, что их выкинуть надо? Нет. А это грубо, что нас... А, нет, чьи? Нет, это не грубо. Это не грубо. Просто... Оно тут ничего не греет. Вот так, можно на тарелку я поставлю? Да я откуда знаю, я не вижу. Я вижу, можно. Пицца собирала 4 мяса. Гавайска. То надо вообще тоже выкинуть. Да? Да. Да ладно. Да. Не, вот то выкидать не надо, надо вот к печке ложить печки, бумажки, да, ими точно хорошо растапливать. Или на печку. А ну, ложить. Включи гирлянду. Как оно будет смотреть? Что жалко. Туши. Да выкинуть их они вообще уже. Да, вы, вот я заберу вот эти туши, выкинуть. Глянь, прям этот. Угу. В кружочке, в восьмерке. Угу. Тут вообще надо вот подождать. Ага. Что? Лампа как горит. Вау. Да, вообще. Красота какая. Оскар уже тут. Оскар уже тут, ага. Подушка любимая. Как я без нее спала? Боже, ля, ля, пришел к ней, лапу положил. Ой, я не могу. Вот так вот ему еще корону вот так одеть. Стой, ждать. На, понюхай. Все. Ой, ему как раз подходит. Ой, такой красавец. Король. Да, вообще. Царь. Ля, на Оскара, Саш. Да, вообще, король. Король. Да, Оскар. Лежит и не шевельнется даже. Он не хочет ее снимать. Угу. О, сушальная внутри. Так, фотосессия. Лёй, смотрит в камеру. Оскар, смотри на меня. Умри, умри. Да одевай ему. Умри. А ну, одень, Хайд. Папа сфоткать хочет. И уши торчат, слышишь? Такой как ухо торчит. Угу. Ты его сверху так сфоткай. Так, ну вот, короче, миссия выполнена. Принесли мы шарики. Ну, мам, подай, пожалуйста, мой телефон. Я тоже хочу сфоткать. Сижу уже, топлю печку. Саша принес мне вот наши палочки. А тут Оскар с Викой играются. Он игрушкой он играется своей. Классно, да, так играться? Обалденно. Оскар. Лежишь себе и жуешь просто. Ай! Да брось, ты не держи. Хай он сам держит. Я лапами. Сейчас у нас будет тепленько, хорошо в доме. И так было не очень холодно. Ну, дети сказали, надо протопить. Да, Оскар? Конечно. Чтобы ему тепленько спать было. Ну да. Ромка он ходит. Иди посмотри комнату мою. Оскар уже видел комнату твою. Конечно. Он присутствовал при этом. Так, по одной палочке кидаю так вот. Спешить некуда. Так что нормально. Прикольно. Понятно. Будешь сидеть еще иногда к ней, да, сына? Нет. Как нет? Ну, ты в спальне, ой, в кухне будешь летней. А он что, иногда приходит. А? Сидит в моей комнате, когда я в кухне? Ну да. Ты это что, очень обалдел? Редко бывает. Что-то он обалдел. Просто лежит, и что теперь? У него своя комната есть.
И что теперь? У тебя тоже своя комната есть. Что ты в кухню ходишь? Так я там просто нахожусь, а он там... Он тоже ходит. Просто находится а там. А что ты тогда ходишь в кухню? Что туда все ходят? Он тоже просто там находится, так что... Ничего. Буду закрывать на ключ и ключ забирать. Да, конечно. Ты же скажи, булочку. Сейчас папе расскажу. И что? Он дверь эту снимет вообще. Тю. Угу. При чем тут это вообще? При том. Начинается. Ну, тоже. Держи лапками. Держи.